Всем привет! В этом видео итоги первого соревновательного дня в командном турнире по фигурному катанию. Американцы врезались в наших танцоров. Идеальный прокат Мишины и Галямова не спас их от поражения. Марк Кондратюк перенервничал. Все не так радужно, как казалось. Просто так золото в команднике нам не отдадут. Мы желаем нашим фигуристам здоровья, спокойствия, сил и терпения. Поехали! Уже столько эмоций подарили нам первые старты зимних Олимпийских игр. Конечно, с самого утра внимание болельщиков было приковано к фигурному катанию. Марк Кондратюк, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галямов откатали свои программы. Начнем по порядку. Марк выступил отлично. Да, была сильно видна нервозность. Не получилось откатать короткую на кураже с должными эмоциями. Фигурист был сдержан, сосредоточен и даже немного скован. Но все прыжки выполнены. Оценка очень неплохая, хоть и виден разрыв с первым и вторым местом. Нейтан Чен откатал так легко и технично, что казалось, будто это просто рабочая тренировка, практически безукоризненно. Шо Мауна также выдал технически сложное выступление. Их отрывы от Марка в 15 и 10 баллов говорят сами за себя. Но наш спортсмен умница, выдержал, не дрогнул и принес 8 баллов в копилку сборной. В танцах все пошло не по плану еще на разминке. Скандальный инцидент, в котором американский дуэт отказался уступить дорогу нашим спортсменам, выполнявшим связки. В результате Захари Данахию задел Викторию Синицыну, и ей пришлось уворачиваться. Справедливости ради, американец не наезжал, но создал неприятную ситуацию. Тем более так некрасиво, что называется, выбивать из седла девушку. Нет ничего важнее мелочей, и порой так проигрываются старты. Но Вика с Никитой достойно выступили, хоть и не без ошибок. Как сказал Кацалапов, судейство справедливое. Никогда не надо вешать заранее медали. В интервью перед прокатом пар Алина Загитова очень уверенно сказала о том, что мы точно будем первыми после выступлений нашей пары и одиночницы. В итоге первое место после короткой программы занимает китайский дуэт Уэнь Цзиньсуй Цун Хань. Второе место у Анастасии Мишиной Александра Галямова. Обе пары откатались просто идеально. Разница между первым и вторым местом составила всего лишь 19 балла. По реакции Насти и Саши стало понятно, что они в шоке от таких оценок. Они выиграли по технике у китайской пары, но сумма за компоненты оказалась ниже. Судья из Америки поставил на 3 балла меньше нашему дуэту против пары Суй Хань. Вот так и добываются медали. Обидно, несправедливо, но все понятно. Цена золота очень высока. А что вы хотели? У китайской пары домашние игры. Поднебесная зубами вцепится в этот единственный шанс на золото фигурного катания. Ждем выступления Камилы Валиевой и хорошего боевого настроя всем участникам на произвольную программу.